Так. Передайте, я ее люблю. Она лучшее, что произошло с моей жизнью. Все, пока. Как красиво говорю, бля. Но только вы не говорите, что я рофлил. Так и передайте. У меня есть девочка, любовь всей моей жизни. Блядь! Аминочка, солнышко. Да-да, я. Я так сказал. Давайте посмотрим, что он сказал. У меня есть девочка, любовь всей моей жизни. Блядь! Аминочка, солнышко. Да-да, я. Я так сказал. Да это фейк. Девочка, это всей... наложили. Да не мог так сказать, блядь, но это не Вова. Не... Чуваки, хотите, короче, так ему не говорите, ему не говорите. У нас в воскресенье с Вовой будет совместный стрим на овсянке. Короче, давайте поставим Вову в неловкое положение. Я просто возьму, оттяну маску и резко его поцелую в щечку. Мне кажется, она обоссытся. Пизда копченого, пацаны, пизда копченого, бля! Ты сдохнуть хочешь, тварь? Обычно про КП там не нужен паспорт. Я ничего плохого не хочу сказать про Соколянского Михаила Викторовича, проживающего на улице Поклонная в доме номер 10, в 45 квартире. Так вот, не надо продавать и покупать коины, куски вы тупых мудаков. Вы, блядь, кому их отдаете, блядь, дебилы ебучие? Кому наши ваши коины нужны? Там чуваки по миллиарду в секунду, блядь, вывозят, дебилы, блядь. Мне скинули столько видосов, где их кидают. Какой нормальный человек будет сначала отдавать свое, а потом ждать, блядь, 500 рублей за 500 тысяч коинов? Вы чё, совсем отбитые дебилы, блядь? 500 рублей... Да 100 рублей даже эти коины не стоят, это хуета вообще, это ненужное дерьмо, вы понимаете? Это въеб денег в никуда. Работяги, просыпайтесь, мы должны победить. Сильные должны помогать слабым. КБ должно отсосать. Вы выбрали великий путь. Нас ведет великий Ща, генерал. Бля, я думал, мне никогда не пригодится эта хуйня. Нас пиздила всем. Ну, короче, блядь, генералиссимус Владимир Братишкин говорит, коинов сегодня надо фармить. Это с предыдущего пиксель батла я заказал, кстати. Она уже что, полгода провалялась, точно. Отдать F, блядь, идти уебашить, прием нахуй. Разъебем. КБ сосать. КБ что? КБ сосать, правильно. Косарь получил. Опа, донатик. Так, третьего лежу и остался. КБ сосать. Бля, ну у меня винда зависла. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? За Вову, за мать, а КБ сосать. Нормальный лозунг, алё, мне нравится. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? ББ в ч... Короче, смотрите, рассказываю тактику. Внимание, кто копит очень много коинов и нихуя их не потратил? Есть такие? Это новая инфа, которая 100% подтверждена. Есть? А теперь я вам скажу, ребята, что благодаря вам мы въебываем эту игру. Вы в курсе, что весь счет, который вы вкладываете в апгрейд, он все равно идет в общак, он не обнуляется. Вы должны, блядь, не копить коины, а улучшать так, чтобы у паблика всего вырастал коэффициент, блядь, выплат. То есть, ну вы поняли, секунды. Любая миллисекунда может внести в паблик пиздец какой вклад. Перестаньте копить на апдейты. Или перестаньте просто копить, думая, что этот счет потом после апгрейда он снесется в ноль. Он не сносится в ноль. Вы покупаете апгрейд, он также в паблике остается, просто у вас следующий счет. Это для апгрейдов сделано, чтобы он быстрее апался. Ты сдохнуть хочешь, тварь? Блядь? Сама концепция этой медальки. Ссылка, вы даже не знаете, почему именно эта медаль. Вы даже настолько... Это стыдно не знать. Вы в курсе, что это за медаль? Это медаль тогда, когда мы отжали территорию у КБ. Это историческая медаль. Это пиксель батл. Это то самое, тот самый скрин, когда мы за 10 минут разъебали нахуй им полотно и написали КБ сосать на их же территории на черном фоне. Это с пиксель батла медаль. 2018 года эта медаль. А вы даже не знаете, блядь, истории. Откройте там, я не знаю, найдите в ютубе, блядь, ВК Пиксель Баттл 2017 и посмотрите, блядь. Можешь чекнуть этот клип. Чекни КБ там про тебя мемы делают.
Ну-ка, блядь. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Привет, Вова. Привет все. Я мотивирую вас всех на то, чтобы разъебать этих девочек. Сука, я вас выебу сегодня. Если кончик хоть сопосасывал, то он весь понес. Блять, ты видел вообще, чей у Гекса была? Да, я видел, типа, там долбоёб вывалился, блядь, на дорогу, удалена. Смотрите. А потом, типа, ну, короче, сам бачу. Блять, ебать! Ты бачила, дебил! Ебать, вы это видели? Вы это видели, нахуй? Короче, объясню, что такая хуйня, кочи КБ сейчас пососут у меня яйца. Ты сдохнуть, если после тварь. Вот этих мемов про нас, не про меня, я, блядь, лицо вас просто. КБ, если вас вот это вот не замотивировало сейчас их отъебать в задницу, блядь, я не знаю, что должно вас сейчас замотивировать. Это никакая не отписка, никто никого не хуесосит, алё, успокойтесь, это просто война, это игра между сообществами. Не нужно так реагировать остро. Я уверен, что кто-нибудь кому-нибудь еще и пизды дал за то, что, блядь, кто-то там что-то сказал. За не того играет. Но все равно нет, это просто игра, блядь. Это как просто пиксель батл. Перестаньте так прям это реагировать жестко. Всех, ёб твою мать. Эй, блядь, какой я профессионал. У меня как. Да, фичи какие-то есть. Лучший момент. Ну-ка, что тут? Чего, блядь? Это кто? Это чит? Ты сдохнуть хочешь, тварь? Они релизнулись, по-моему. КБ что? Форч что? Фу. Я вам... Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? За друга рвать. За девушку бить. За брата стрелять. За маму казнить. За КБ сосать. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Привет. Дашь выпачку за 6 кака? Чек не ЛС, аккаунта ВК, с которого доначу, плюс там есть тактика фарма. Так, тактика фарма нахуй нам не нужна, у нас все равно кипиш какой-то происходит. Объясняю для детей. Значит, смотрите, еще какая тактика. Вы